Глава города Елена Лапушкина проинспектировала дворы в Красноглинском районе. Сейчас здесь кипит работа. Жители мехзавода с нетерпением ждут окончания ремонта. Уже совсем скоро они смогут оценить преимущества федеральной программы и новые удобства. Здесь полностью мы внутриквартальный проезд расширяем, устраиваем новые парковочные места, замена бортового камня, полностью демонтаж-монтаж. Примыкание на входах устраиваем. Также детская площадка. Силами МБУ Красноглинской старые МАФы срезали, подготовили площадку. Елена Лапушкина обратила внимание на внешний вид и состояние подъездов. Где-то нужно подкрасить двери, где-то подлатать лестницы. Выходы из подъезда, к огромному сожалению, вот в рамках нашей программы нельзя сделать. Проговорите с жильцами, что в протокол общего собрания рекомендовали управляющей компании провести ремонт выходов из подъезда. В поселке Управленческий уже появились комфортные и безопасные детские площадки. Детвора каждый день играет в песочницах и катается на качелях. Самарцы сердечно поблагодарили Елену Лапушкину за помощь и кропотливый труд. Они очень довольны все. Вот дети с родителями вечером вот после 5 идут из садика все. Это надо посмотреть. Полный двор детей. А вы когда сдаете Лапу тут все? К 1 сентября у нас все дворы сделаны полностью, да. Ну, на этом, я думаю, за недельку мы закончим. Двор в поселке Аэропорт 2 отремонтировали еще в прошлом году. Елена Лапушкина приехала в Кировский район после обращения местных жителей в Твиттере. Их волновала проблема с остановкой общественного транспорта. Этот вопрос должны решить в самое ближайшее время. Спор разгорелся и вокруг палисадников, которые располагаются под окнами жилых домов. Мэр предложила закрыть их аккуратным сплошным забором. Сейчас проводится очень серьезная работа по приведению вот этого двора в порядок. И ваши огороды, палисадники, очень сильно выбиваются, да, и создается общий неухоженный вид территории. Напомним, что дворы в Красноглинском районе Самары должны благоустроить до начала осени. Подрядчику предстоит устранить все замечания жителей и городских властей, а также навести идеальную чистоту на ремонтируемых площадках. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.